благодарение Паша Ли решил сделать сюрприз Насте Приходько. Сегодня он попытается учесть все пожелания и предпочтения будущей звездной мамы. Шеф-повар ресторана Николай Асауленко помогает Паше воплотить в жизнь аппетитный шедевр, который запомнится Насте надолго. Такую же поддержку в организации личного дня благодарения здесь оказывают каждому желающему участвовать в акции. Паша познакомились на нашу масленицу, когда он готовил блины. Очень интересно показал мастер-класс переворачивания блинов на сковородке. Вот. И, в принципе, тоже с готовкой справился. Вот, импровизировал, то есть, ну, было интересно с ним, показал тоже свое умение готовить. Пока Настя стоит в пробках, Паша весь изводится от ожидания. Он говорит, что очень сложно было готовить на профессиональной кухне. И если бы не Николай, шеф-повар ресторана, он бы умер от страха и не знал, что делать. Да, там я останусь доволен только потому, как будет довольна Настя, поэтому сейчас, ну, я сделал, наверное, все, что от меня зависело. Вот, и я уже жду, пока она приедет, все это попробует, вот, и переживаю, даже если вдруг ей что-то не понравится. И вот он, самый долгожданный момент и вердикт продюсера. Кажется, будущая мамочка осталась довольна результатом приготовления. Салат айоли с морепродуктами, крепы с сыром, рикотта и шпинатом, обернутый лососем, и на третьем морская форель на пару соусом ризотто. Сегодня Паша сделал вам кулинарный сюрприз. Остались ли вы довольны? Да, мне понравилось, потому что, во-первых, я очень люблю сюрпризы, когда не знаешь, что тебя ждет, тем более неожиданные и хорошие сюрпризы. Вот. И очень приятно, когда люди делают что-то хорошее для близких. Что именно понравилось и угадал ли он с вашим вкусом? Угадал, потому что, допустим, сейчас я очень люблю все легенькое такое, спокойненькое, поэтому вот рыба замечательная просто. Руккола, вот, мне очень понравились морепродукты, а с рукколой как-то я сейчас не очень дружу. Вот, и первый раз попробовала блинчики со шпинатом, мне очень понравились. Все вкусно, все довольны, а это самое главное. Юлия Пантелеева, Татьяна Иванова, Видео Ньюс, Найт Лайф.